Итак, всем привет, короче. Разобрал палатику, чтобы проверить давление амортизатора. Вот у меня есть игла, насосик. Сейчас проверим, сколько у него давления. Но он ниже стал. Я раньше носочком ногой ставил, сейчас полностью стопа. Так, все вот. Ставим, и получается у нас давление где-то 5, 6, 7, 8, где-то 8, должно быть 10-11. Сейчас подкачаем. Качнул, короче, 11 сделал, чтоб чуть пожестче был, а то сейчас на 13 звезде прям лупит неплохо. Короче, называется психанул. Опа. Решил, короче, пружину поднатянуть. Вот такими вот ключами советскими. Офигенские ключи. Вот такие. Сейчас пружинку натянем. Главное не переборщить. Ты потом все это разбирать. Еще раз. Ну вот, все. Собрал красотку. Сейчас потестим.